Привет. Еще не идет. Привет. Снимаю в Tax-Free. Я иду в Стокгольм. Точнее, мы едем в Стокгольм. Скажи привет. Привет. И мы пришли в Tax-Free, естественно, куда бы мы еще могли прийти. Да, и шаримся тут. Для того, чтобы ею можно пользоваться в душе, и сюда ты можешь поставить зубные щетки, например. Пришли в Tax-Free смотреть, что тут происходит. Пока что очень нравится все. Цены я не сказала бы, что, ну вот, например, 14,90 стоит лак OPI. Это не 12,90. У нас в магазинах стоит по 18 евро такие. Тут интересные марки есть, например, есть Rahua. Есть Бальмал, очень красивый стенд Эсси, такое все ровненькое, прям мечта перфекциониста. Ритуалс, Лореаль, Бодишоп. Идем к Тому Форду, Шанелька. Кстати, мы Шанельку потом. Цены здесь очень сладенькие. Я вам скажу, очень сладенькие, прям вообще. Хочется все купить, да. Том Фордик. Здесь вот какой-то подарок. В общем, я еще буду ходить, снимать, смотреть, потому что тут еще очень всего много. Это, кстати, ну, я думаю, это правда, что вот этот вот корабль, этот Tax-Free, это самое, как там было написано, самый большой плавающий Tax-Free в мире. Вот так. Ладно, до следующего включения. Пока-пока. Ты потом их соединяешь? Мы пришли пришли к стенду, здесь всякие там скидки. Например, Eternity Woman. Нет, это Eternity Moment, что я говорю. Calvin Klein. 50 мл, Eau de Parfum, 19,90. Еще мы нашли вот такие лаки. Essie. Вот такой. И вот такой набор по 18 евро за штуку. Это тоже очень-очень дешево. В два раза меньше, да? Чем... Да, это в два раза меньше, чем то, что было. И здесь тоже всякие... Здесь тоже всякие интересные вещи. И вот здесь так много, здесь очень-очень много народу, поэтому я надеюсь, что вы меня слышите и все видите. 400 миллилитров всего лишь 20 евро. Это очень-очень дешево, это очень хорошая цена. Ну и, естественно, здесь вот Эрме, Барбери, Прада, Версаче, Живанши. Идем еще туда, идем. Пока все. Очень громко. Мы все еще там же, в том же Tax-Free. Я еще в раздумьях насчет вот этой вот азиатской косметики. Я ее очень хочу взять, очень-очень хочу взять этот набор. Проблема в том, что он большой. Мы хотели ходить вообще налегке, без ничего, по Стокгольму. И поэтому я не знаю, стоит ли мне его брать или нет. Я вас все равно подведу туда, куда хотела, к Эрме. Здесь очень слышно громко реклама, поэтому извиняюсь. Кстати, как вам нравится вот аромат из этой серии? Мне очень-очень-очень нравится вот этот вот рубарб. Он очень-очень классный. Они, конечно, ни хрена не стойкие, но они очень приятные. Green Tea Mimosa, слушай. Green Tea с мимозой, смотри. Новая штучка, вот, смотри. Да там? Да, можешь... Ты тебя покупала? Да, но только этой тогда еще не было. Давай что-нибудь мне пшикани. И вот что еще, какие здесь есть еще спецпредложения. Например, покупаешь два продукта Клиник и
один из которых крем для лица, серум или туалетная вода или парфюм, будет вам подарок. Ой, ничего такое, да? Правда, что-то ни хрена его не слышно особо интенсивно. Green Tea Mimosa, вот этот вот. Нет, это не он. Это нектарин. Вот этот. Очень даже ничего такой, вот знаете, летний. Этот очень. Это не новый, да? Это не новый, это такой новый. Джорджа, да. Вообще, как вам, кстати, нравится вот эта вот линия Green Tea? Она, конечно, тоже ни хрена не стойкая. Я помню, я покупала себе вот такой вот набор. Но они такие приятные. Вообще такие, знаете, выветриваются через 38 минут. Но что делать? Я в раздумьях насчет этого набора. Хочу набор, но не хочу с ним таскаться. Что это такое? Это... какая-то тушь, керамидная тушь от Элизабет Арден. Не знаю, у нас такого нет в магазинах. Может, и есть, но я просто с Элизабет Арден как-то не очень дружу. Здесь вот такие вот наборчики маленькие, тоже таксфришные цены, таксфришные штучки. Сейчас я еще покажу. А, кстати, как вам вот эта вещь? Фиеста Кариока. Очень даже приятно пахнет. Ты уже тестила? Вот это вот. Да, я на себя носила. Фиеста Кариока. Угу. И сейчас еще пойдем сюда. Пойдемте в Шанель. Слушайте, пойдемте в Шанель, пожалуйста. Шанель. $29.50 стоит помады. У нас помады в магазине стоят 40, по-моему, 43 евро, если я не ошибаюсь. Короче, абсолютная обдираловка. Le Beige. Ну, все такое красивое, когда оно на стендах, правда? Такое все прям хочется все купить. А, Том Форд мы, кстати, тестили, смотрели. Вот Velvet Orchid, Orchid Soleil, который я вообще не поняла. Я не знаю, люди, ваше отношение к ароматам Том Форд. Мы с ним что-то вообще не сдружились. Вот это вот Eau Fraîche, это мне что-то напоминает одеколончик, знаете, такой, которым можно и умыться при случае, и надухариться, если очень жарко. Благо, объемчик 236 миллилитров позволяет это сделать. Вот здесь тоже, кстати, наборчик в подарок. Если два продукта от Estée Lauder купите, один из которых будет уход, то будет вам вот такой вот небольшой подарочек. По-моему, даже полноразмерная, хотя нет. Какая-то она очень маленькая помадка, но приятно. Здесь Шанель. И здесь Lancome, здесь Dior, Hydralife. Я помню, вот эта вот серия. Вот эта серия у меня была полностью, она мне очень нравилась. Viinia, Brown вот. Brothersin Ладно. Sienna Viinia, erittäin hedelmäistä. Опять реклама. Та же самая. Да, та же самая. Ты еще хочешь пойти? Да. Eli oikein paljon tervetuloa herkuttelemaan. Vielä muutama jäljellä. Ладно, пока это все. Пока-пока. Привет, я решила снять очень-очень быстро кабину нашу, в которой мы, у нас такая... На четверых, но мы здесь вдвоем. У нас она без окна, потому что мы в коридоре, внутри коридора. Такой маленький-маленький столик. Штуки-дрюки для подзарядки, розетки. Вот эта вещь, она открывается. И здесь кровать.
Да, как в поезде, типа, и здесь вот такие четыре кровати получается. Здесь тут там такой еще столик небольшой. Очень, кстати, хороший большой телевизор. Стульчик. Наши всякие штуки. Это я. Часть меня, это наши курточки. Да, покажу это. Спасибо. Туалет. Туалет с душем. Здесь такие штуки, да, тут мыло, здесь шампунь и вот такие красивые лампочки. Ну, короче, у нас обычная каюта и, естественно, зеркало. Обычная такая каютка, уютная, хорошая, здесь есть такая штука красивая на этом. Ты можешь выключить свет, пожалуйста? Да. Вот, ну, в общем, вот. Вот в этой каюте мы едем. До 6:30, в 6:30 наш паром прибывает в Стокгольм. Утром, да. 6:30 утром, мы потом выйдем и позавтракаем, и пойдем шариться по Стокгольму. А это вот такая книженция, которая здесь есть на русском. Все, что надо. Например, вот общая информация о корабле, как себя надо вести, как не надо вести. Есть и пить, как нужно развлекаться, развлечения и отдых, магазины, каюта. И здесь информация о безопасности на борту. Вот. И, в общем, мы сейчас идем. А здесь, кстати, вот каталоги. Я вам сейчас очень-очень быстро покажу. Здесь несколько есть каталогов. Это каталог текущий. Текущий, наверное, на месяц. Нет, на два месяца. Здесь всякие скидки, всякие бесплатные подарки. Все акции, которые там есть, короче. На шоколад, на конфеты, на парфюмы, на сигареты, все-все-все. На одежду. Вот. И здесь просто потом tax-free, который у них общий. Прайс-лист. И вот еще вот такая вот штука. Это всякие Mai Tai, например. Ксанте, Strawberry Smash. Скидки в баре. Вот. Все, мы пойдем, потому что сейчас будет концерт. Посмотрим минут 40-30 и потом завалимся спать, потому что нам завтра выходить очень-очень рано, и мы хотим быть свеженькими и бодренькими, как свежечки и бодрячки, как огуречки. Не соленые огуречки, не соленые, свеженькие. Все, на этом все, пока. Я решила снять для того, кому интересно, бегающего человека. Здесь, посмотрите, это 6-я палуба. Мы сейчас пойдем на секунду, тут выйдем. Мы живем вот здесь. Здесь можно заблудиться. Здесь можно заблудиться, но можно не заблудиться. Мы вышли на палубу. Дубак неописуемый. Темнота неописуемая. Вообще ни хрена не видно. Там море, там вода и там дубак. Вот так вот это все выглядит, например. Отсюда здесь всякие мусорки. И вот здесь такая длинная-длинная палуба. Здесь можно курить. И мы заходим обратно, потому что дубак неимоверный. Можно подняться по лестнице. Можно подняться по лифту, на лифте. Здесь очень-очень много всего. И здесь, значит, смотрите, есть рестораны, бары, казино, конференц-рум, шопинг-фри, такс-фри. Если бы шопинг был фри, это было бы классно. Всякие тут люди ходят. Вот так вот выглядит корабль. Сандек. Мы, кстати, вышли на сандек, чтобы посмотреть отход корабля. И там было так скользко, ужасно скользко. Вызвали? Нет, еще не вызвала. И вот так вот сделано
Вот так вот сделан корабль. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. И тут всякие рекламы. Мы заходим в лифт. Десятый. И сейчас мы выйдем и пойдем слушать концерт. Закрой его, пожалуйста. Не слушается. И сейчас мы на шестом. Вижу все отражение. Сейчас мы на шестом едем. Очень быстро, кстати. Мы уже на десятом. Так, да, буквально 3 секунды. Да, реально 3 секунды. Он какой-то он гипер быстрый. И мы сейчас идем. Да, уже, скорее всего, концерт начался. Так что мы идем на концерт. Кеды на роликах. Классно. Рулетка, блэкджек, много людей. И бар, много-много людей, толпа людей, толпа детей. Реально толпа детей, потому что выступать будет певица финская. Да, 17 лет. Ей 17 лет, поэтому... Все подростки. Да, там очень-очень много детей. Вот так выглядит бар, бар-дискотека. В общем, вот. Я думаю, что мы еще будем долго ждать, знаешь. Сесть вообще негде, яблоку негде упасть. Очень-очень много народу, так что мы стоим. Мы стоим пешком. Ладно, на этом пока все, пока. Да тыр-тыр-тыр не было. Мы спустились уже после концерта вниз. Сейчас пойдем в инфо, потому что нам... Нужно посмотреть, где менять евро на шведские кроны лучше. Это вот такие вот штуки, в которых вы можете сохранить свои вещички, если у вас нет каюты. Всякие вот такие вот штуки, тут интересные, красивые. Здесь очень-очень много людей. Играются в автоматы. Здесь... К сожалению, ничего здесь не видно, потому что очень темно уже. Вот. Сейчас мы пойдем в инфо и потом уже... Да, кстати, вверху красиво. И эти штуки, они опускаются и поднимаются. Вот эти розовые опускаются и поднимаются. Мы так и не поняли смысл этих опущений и поднятий. Но так есть. Ладно, мы пойдем в инфо. Пока-пока. Доброе утро. Сейчас... 6:35, наверное, да? 6:40 утра. Мы в Стокгольм приехали. Погода. Погода. Снежок такой мокренький. В общем, ничего интересного. Темновато. Мы решили здесь посидеть, немножко чем-нибудь перекусить. Выпить чаю не получится, потому что что-то негде купить его. Взяли вот эту вот карту. Хотя мы, в принципе, мы в Стокгольме уже были, поэтому мы знаем, как идти. Мы планируем идти пешочком до центра и просто потом пошарить. Так что ждите апдейтиков интересных. Я надеюсь, что погода позволит. Конечно, если совсем уж будет попа с погодой, то, конечно, снимать будем только в помещении закрытом. Old Town Walk in English. А, интересно, смотри. Ладненько, мы решаем, что делать, немножко перекусим и потом тронемся в путь. Пока-пока. Привет. Мы в Стокгольме. Дошли до старого города, сейчас тут ходим. Конечно, это не самое живописное место, и вот эти машины, они мешают. Тут такой угол, знаете, прямо как из фильма о Свини Тодд. Что-то такое, знаете, стрёмное, готичное. А вот так вот мы шли сначала вниз, потом вверх, потом вниз. Снег, мокрый снег, ну не холодно, да? Нормально, погода хорошая. Единственное, что все закрыто, по-моему, только вот это одно кафе открыто. Мы бы хотели что-нибудь выпить. Ну, посмотрим. Еще, может быть, часик полазим. Мы хотим дойти до дворца, до Королевского дворца, пошарить там и потом в кафе.
На этом пока все. Видно вам будет или нет. Здесь только что была смена караула. Вот, сейчас чувак идет, меняется. Мы так из-под этого, из-за угла так снимаем. Ну, в принципе, туда можно, конечно же, пойти, но просто им не хочется мешать. Смотрите. Классно. Тут еще около нас стоят люди, тоже смотрят. Очень-очень красиво. Ну так вот, знаете, так. Мне очень нравится, что вот в Швеции, в Англии такое вот, такая любовь к этим своим традициям, к монархии. Это классно. Да. Молодцы мальчики. Самое главное, знаете, снег, дождь, а они должны это делать. Успели на смену караула, классно. Случайно тогда ходили? Случайно ходили, да, и успели. Кто-то нам решил прорезать путь. Я извиняюсь, что трясет, но у меня рука замерзла. Реально холодно. Я думала перчатки взять, потом думаю, да ладно, перчатки, ну их нахрен. Угу. Хорошо хоть шапку одел, действительно. Что думаю, у меня капюшон есть, что мне там? Трынь-трынь-трынь, эти пошли вон. Пошли отдыхать, наверное. Пошли мыться и отдыхать. Греться. Греться, да, греться, чай пить. Хотя еще, наверное, не совсем. Еще там у них какие-то церемониальные штуки. Они, получается, карты раздают? Да. Самое главное, вот знаете, что меня всегда вот удивляло? Вот если бы нас здесь бы не было, да? Никто бы это не смотрел. Ну, там проходящие люди, ладно, им там бросил взгляд и все. А все равно они так верны этим своим традициям, вот этим вот. Да, они бы делали то же самое. Смотрят на них, не смотрят. Есть ли там люди? Нет. Они делали бы абсолютно то же самое. Абсолютно с таким же рвением. Ой, они идут на нас. Давайте мы это отойдем. Отойдем, потому что они идут прямо на нас. Они идут прямо на нас шли. Вот там, где мы стояли. Я думаю, знаете, что... я думаю, что им здесь прям надо идти. Поэтому, если бы мы не отошли, они бы прошли просто по нам. Ну вот реально, они не свернули ни на шаг вообще. Вообще никаких эмоций, да, вообще, действительно. Все, закончилась смена караула. Чудик там один стоит, чудик второй стоит, и мы пошли дальше. Пока-пока. Привет, снимаю. Мы пришли в Espresso House. Он был открыт. У нас был выбор между Espresso House и Starbucks. Мы решили в Starbucks не идти, потому что... А, и еще Макдональдс. В Starbucks не идти, потому что я, если честно, не в восторге. Там все такое ужасно сладкое, просто невозможно пить. Я взяла себе... Что я себе взяла? Капучино. Вы посмотрите на этого гиганта. Это реально гигант. Это вот... я думала, что будет нечто, как в Италии, что-то такое маленькое, шотик такой. Она мне еще его сделала, кстати, экстра стронг, то есть экстра сильным. Вот второго человека. У тебя что? У тебя латте, да? У меня латте с круассаном. Латте и круассан, а у меня латте и хлеб шоколадный. В общем, на улице не холодно, на самом деле, но ну, где-то там ну, плюс один, может быть. Но из-за того, что этот ветер, этот снег, щеки у меня как у Марфушеньки, все красное.
Ужасно. У меня сейчас, кстати, даже уши заболели. В общем, вот такое место. Мы сейчас будем завтракать, будем отдыхать немножко и потом пойдем дальше. Пока-пока. Привет, мы зашли в Orange City, это большой универмаг, и на первом этаже очень-очень много косметики. Я снимаю без флеша, да? Yes. Без флеша, поэтому цвета, может быть, немного искажены. У них это, скорее всего, их новая пудра. И вообще, я тут хотела просто посмотреть некоторые вещи от Laura Mercier. К сожалению, у нас этой марки нет, даже в Хельсинки нет, поэтому приходится ее тестить, когда я где-то за границей, и покупать тоже за границей. Вот. Смотрите, какие иллюминаторы у них. И это, скорее всего, не новый продукт, но он очень-очень красивый. Сейчас поставлю сюда, покажу вам. Очень красивый. В общем, вот. Сейчас будем еще смотреть помады. Можешь ставить? Спасибо. Помады. Мой компаньон, наверное, будет скучать, да? Пока я тут буду ходить по косметике. Мы будем вдвоем ходить. Там я, кстати, уже видела Бобби Браун. Кое-что мы там уже присмотрели. Очень красивые, кстати, тени матовые. Но нет, они не матовые, они такие сатиновые, очень классные. В общем, вот. Я не знаю. По возможности еще, может быть, сниму что-то. Просто я не очень люблю снимать, когда я так вот смотрю косметику, потому что я просто не люблю отвлекаться. Посмотрим потом Bare Minerals, Armani, Estée Lauder, Clinique, Lancôme. Там уже такие более известные всем марки. Смотрите, какой красивый столик у Makeup Store. Мы, кстати, ходили только недавно в Makeup Store, в магазин. Там чисто такая вот мономарка. И нам очень понравилось. Мы там все активно потыкали. Это шведская марка, поэтому ее тут особенно любят. Сейчас я посмотрю здесь кое-что. Хочу посмотреть в блесках и в тенях. Вот. Мы сейчас в центре. Это вот центральная станция метро. Вот так вот выглядит магазин. В общем, ладно, пока-пока. Пока мы ищем, куда бы нам пойти поесть. Ищет, куда бы пойти поесть. Я стою, жду. Я хочу в Pizza Hut, либо какой-нибудь итальянский. Смотри, ресторан. Есть вот несколько. Тот, что самый ближний, это 150 метров, да? И вот, кстати, такая церковь красивая. Смотрите. И все так это органично вписывается в панораму. Тут все строится. Ладно, мы пойдем. Привет. Мы где? Знаете где? Мы в магазине игрушек. Мы не могли пройти в него. Ой, смотрите, что у меня. Те люди, которые одного со мной возраста, может быть, на пару лет старше, на пару лет младше, узнают этих. Они что-то классно спускались по ступенькам, вот эти вот радужки. У меня такие были. И стоит так дорого? 4 евро стоит. 4 евро, да. Я помню, что 3 копейки стоили вообще. Ну так классно. Вообще. Как этот магазин называется? Биер. Биер. А что значит? Биер. Смотри. Биер Клаб. Я не знаю, так это аббревиатура. Это чувачок. И на нем на... И тут, кстати, в витрине такой классный. Да. Вон. Только жопу показывай. Жопу, да. Что-то вот я не знаю. Мы решили зайти в магазин игрушек. У нас просто еще много времени. У нас еще, да, у нас еще много времени. И мы уже так... Вот он, смотри. Ух ты, ты видела его? Да. Класс. Тут такой экран огромный. Как будто бы ты сам бегаешь. Ездишь. Да, едешь. Нет, он бегает. А, да. Буду вас излишне утомлять всякими игрушками, но этот мишка, он просто огромный. И он такой мягкий. Я надеюсь, что его трогать можно.
Он такой мягкий-мягкий. Такие у него когтики. Классные. Большой классный мишка. Все, мы, наверное, отсюда покатим сейчас. Пойдем в какие-нибудь более серьезные магазины. Пока-пока. Я решила еще снять. А с флешем, я надеюсь, вам видно. Мы уже идем по направлению. Идем. Дворец, реставрация. Это все всякие арсенальные штуковины. Тут рыбки живут. Мы пойдем. Привет. Я надеюсь, вам видно. Уже стало темно-темно. Мы уже направляемся к терминалу. Пешочком через старый город опять. Но уже другим путем, чтобы посмотреть, что и как. С другой стороны. Замок только с другой стороны. И, в общем, я так думаю, что вам уже ни хрена не видно. Поэтому снимать я уже не буду. Просто вот пока Стокгольм.